При обсуждении теории симуляции всегда упоминают матрицу. Люди вели ожесточенные споры о реальности матрицы. Мы живем в симуляции. Нами управляет какой-то игрок. Это игра. Мир без правил и контроля. Но в чем смысл жизни? Все искусственные. У меня вообще нет тела. Я — это код. Последовательность цифр, которые воспроизводят себя. Вибрация. Нет ничего настоящего. Я покажу людям то, что вы скрываете. Сбой в матрице. Смотрите в кино.